Всем привет! Вы на канале Эришай Коллектор Филателист. Как я вам обещал, сегодняшний видеоролик про почтовую, уникальную почтовую карточку, про почтовые карточки после Второй мировой войны. Это Союз обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР. Почтовая карточка военнопленного. Вот, эта почтовая карточка отправлена с Москвы в Венгрию от военнопленного. Мы здесь видим вот такой печать с военной цензурой. На обратной стороне почтовой карточки здесь есть письмо от военнопленного. Он пишет Венгрию. Его подпись. Это случилось 1946 года, 20 октября. Он был в Москве. Этот военнопленный был в Москве. Вот Москва. СССР, Москва. Отправили. Он отправил в Венгрию. Будапешт. Здесь написано в двух языках, русский и на французском. Вот. Эта карточка в двух языках. Кому куда, кому русский, потом французский. Вот такая уникальная почтовая карточка военнопленного. Такой. Он в очень хорошем состоянии. Я впервые такое встречаю, что есть такое почтовая карточка военнопленного. Странно в том, что этот военнопленный немец пишет в Венгрию письмо. Вот такой сегодняшний исторический уникальный материал. Почтовая карточка военнопленного. Всем, кому это видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До свидания.